Всем здорово. Вот и выбрались мы. Оставляем Жерлице. Почти в Курской губернии. Выставили порядка 30 жерлиц на четверых. Вот. Будем ждать поклевки. Так что смотрите дальше. С нами Андрей Сергеевич и Олег Сергеевич. Привет. Всем привет. Привет всем. Что вы тут делаете? Мы тут мерзнем. Проверяем теорию, что здесь есть щука. Вот, да. Нам определенно было все. Вот. Пошел ты! Не трогай туда! Упустишь, уши оторву. Тащит, нет? Тащит. Уходит. Стой, стой, стой. Нет, нету? Посмотри, это зазубрины на карпарасике. Это просто сработка. Да? Ложный. Ложный. Спреск. Так, ребят, сработочка очередная. Помоги себе сам, знаешь? Есть! Ха-ха-ха! Вот первый чубачок! Все, смотрите дальше. Внутри щуки были караси. С прошлых рыбалок. Вот. И вот такой вот почти переварившийся уже щуренок. Девочка мотает, Олег. Вот, ребят, еще одна щучка. Только с Андрюхой, говорим, поклевок нет. О, такая же, да, небольшая. А тут карась что у тебя валяется? Живой этот ты брал и не посадил. Это не брал. Вот этого посади. А это был у него, видишь? Взяла. Ну, какой-то поудобный. Нет, это нормально, живой. Вот этот был, стоял маленький. А это был. Да вот этого поставь. Он живой. Слышишь, человек? Видишь? А? Под берегом он. Большая. Вторая щучка. Поехали дальше. Сработка очередная. Потяжка пойдет с работой. Молодец! Еще одна
С нами Серега. Да задница вообще. Блин, рюкзак надо. Серег, рюкзак надо нести. Че, бежать? У тебя камера новая? Нет, это та же самая. Ладно, будет еще поклевочка. Гуам. Блин, надо этот земник. Давай, пиши. Сука, не матерись. Тварь, да? Тащи сюда тебя. Рыбу забрали? А что так-то будет нести? Вот. Какая пятая поклевка и третья рыба. Смотрите дальше. Сработочка. Вот она. Нормально. Сейчас посмотрю. Пока нет сопротивления. Есть. Хорошая. Вот она! Ха-ха! Крокодил! Хороший крокодил, ребята! Вот, смотрите, мой сапог. О, хорошая. На. Вот она. Вот такая вот щучка. Ладно, смотрите дальше. Хватает, Андрюх. Ушла. Оттуда ты сюда перенес. Вот да, по-моему, вот это. Что я целый день, значит, стоял впустую. А, ну на этой поклевке зато были два раза. Ну да. Вот. Пока рыбачим. Ну вот, ребят, собирали жерлицы. Думали. И сработка. Флажок на месте, а щука сидит. Значит, щука пассивная. Вот так вот. Вроде попрощались только.